Всем привет! Сегодня я расскажу, где брать бесконечное число циферблатов для Mi Band 4, а также других смарт-часов серии Amazfit. Как их загружать, если у вас не Android смартфон, а телефон яблочной компании? Итак, нам понадобится включенный Bluetooth, естественно, приложение Mi Fit, сопряженное с нашим устройством, и бесплатное приложение Maze Tools. Запускаем его, нажимаем на вкладку «Новое устройство», «Искать устройство». Если все хорошо, приложение обнаружит ваш браслет или часы. Выбираем его. Продолжить. Готово. Кстати, в приложении есть раздел установки из файла, где вы можете загрузить прошивку, циферблат или ресурсы, скажем, в iCloud или Google Диск, и просто выбрать установку оттуда. В разделе «Экран приложения Maze Tools» уже имеется немалая подборка циферблатов. Вам достаточно выбрать, для какого устройства вы ищете его. Выбрать понравившееся, затем «Загрузить». Переходим в раздел «Загрузки». Находим его там и выбираем «Установить». Приложение Mi Fit в этот момент должно быть запущено в фоне. Вуаля! У нас новый циферблат, которого не было в стандартном наборе. Но если этот набор вам покажется мал, вот вам целый сайт, где каждый день, нет, точнее каждый час появляются новые эксклюзивные циферблаты для ваших Mi Band и Amazfit браслетов. Здесь, кроме возможности выбора модели часов, присутствует еще и фильтр по дате создания циферблата, а также перечень поддерживаемых языков. Выбираем понравившийся нам, нажимаем «Загрузить», выскакивает название загружаемого файла, нажимаем на него, снова «Загрузить». В Safari заходим в «Загрузки», тапнув по стрелочке, а затем снова по файлу. Далее на иконку «Поделиться». Находим наше приложение Maze Tools и кликаем «Установить». Новый циферблат установлен. Кроме всего прочего, у данного сайта есть даже свое приложение. Правда, оно в большей части просто дублирует сайт. Однако с его помощью загрузка циферблатов происходит намного быстрее. Можно сразу напрямую отправить файл в Maze Tools без его скачивания. На этом все. Если видео было вам полезным, не пожалейте лайка. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!